Надоели заведения однодневки? Нет подарков и жадные автоматы? Moneylandcasino.com. 20 фриспинов без вейджера всем, кто пожелает. Всего пара простых условий, и выводи деньги. Пока. Увидимся. Она снова ожидает непогода. Холод, снег и большие волны. А моя погода уже меняется. Да, холодно и утром. Привет. Привет, любимый. Как дела? Хорошо. А у тебя? Хорошо. В чем дело? В министерстве есть вакансия. И единственный претендент на нее – это ты? Как здорово. Официально вакансию разместят на следующей неделе. Ты доволен? Конечно, очень. Да? Привет, шеф. Что тут у нас? 8 трупов. 5 женщин, 3 мужчин. Их прибило течением к берегу. Боюсь, береговая охрана не справится. Похоже, они спрыгнули с того скалистого берега. Кого-нибудь опознали? Пока только нескольких. Некоторые из них иностранцы. Что-нибудь известно о Ривере? Да. Да, я ее брат. Что произошло? Да, да, конечно. Я вылечу первым же рейсом. Спасибо, что сообщили. В чем дело? Полиция. Члены секты совершили массовое самоубийство на Канарских островах. И, похоже, среди них была Корделия. И она мертва? Есть тело, которое не удалось опознать. Они думают, что это может быть моя сестра. Мне очень жаль. Ты Габриэль? Да. Я Елена. Мы с твоей сестрой жили вместе. Это я предупредила полицию. Сеньор Ларе? Да, здравствуйте. Винсент Мартинес, инспектор полиции Гран-Канарии. Пройдемте со мной, конечно. Во всех телах мы нашли одно и то же вещество, сильный опиат. То есть они были под действием наркотиков, когда прыгали? Судя по всему, да.
Это не она. Нет, это не она. На этой и здесь. Это для вас. Простите. Инспектор Сантана, Габриэль Ларе, прокурор из Бильбао. Привет, Алена. Привет. Спасибо, Мартинес. Можешь идти. Фотография, которую вы просили, сделана перед тем, как она присоединилась к общине. Вы ее знаете? Нет. Да. Это матушка Хейди. Так ее называла Корделия. Хейди Мейер. Лидер секты и главная подозреваемая. Мы не нашли ее тело. Почему вы это не предотвратили? Эти люди не делают ничего противозаконного. Они выращивают помидоры, платят налоги. Вы должны знать, без преступления нет дела. Мне нужно задать вам несколько вопросов. Конечно. У вашей сестры были деньги, не так ли? Почему вы спрашиваете? Потому что некоторые из умерших перечислили крупную сумму денег за последние несколько дней. В том числе и ваша сестра. Мои родители умерли, когда мы были детьми, и мы унаследовали кое-какие деньги. Ваша сестра употребляла наркотики. Наркотики? Какое отношение это имеет? Да. Иногда мы принимали их. Были ли попытки самоубийства? Нет. Да. Полагаю, что это конфиденциальная информация. Насколько я понимаю, вы родственник одной из пострадавших. У меня нет никакого основания обнародовать это. Я могу вам еще чем-нибудь помочь. Если мы найдем тело вашей сестры, нужно будет заняться бумагами. Будет лучше, если вы останетесь здесь на несколько дней. Насколько? Расследование займет некоторое время, но если вас это не волнует, то можете вернуться в Бильбао. Мы будем держать вас в курсе. Я найду отель, спасибо. Я тебя отвезу. Я на машине. Буду ждать от вас новостей. Сожалею, что нам пришлось познакомиться при таких обстоятельствах. В следующий раз я бы предпочла, чтобы ты пошел на опознание один. Да, конечно, не волнуйся. То есть вы с Корделией жили вместе? Да, мы жили вместе больше года. Прости, она никогда о тебе не говорила. А о тебе она много рассказывала. Да? Да. Моя сестра всегда стремилась увидеть мир, и поэтому отдалилась от меня. Как забавно. Что? Она говорила, что это ты отдалился от нее. Почему бы тебе не остановиться у меня? Спасибо, я не хочу беспокоить тебя. Никакого беспокойства, правда? Наоборот, я не хочу оставаться одна. Проходи. Можешь лечь на диване или на матрасе Корделии. Диван подойдет. Хорошо.
Привет. Сейчас выйду. Хорошо. Мне не спалось, я пошел на пробежку. Не выспался? Нет, у меня всегда так. В этом-то и проблема. Мне нужно идти на работу, я тебе завтрак приготовила. Большое спасибо. Увидимся позже. Спасибо. Позвони мне, если что-то узнаешь. Мартинес. Покажи мне видео. Оно было записано вчера. Даже Хайди Мюр не собиралась прощаться с жизнью, но... Она прекрасно знает, где находится камера. И она даже не пытается скрываться. А кто это с ней? Похож какая-то женщина, но я не уверен. А что там с терминалом? Мы просматривали камеры видеонаблюдения. Нет ничего свидетельствующего, что она улетела. Именно. Хорошо. Принеси мне видео. Нет, мы все еще ничего не знаем. Нужно подождать, пока появится тело. Да, оно может появиться. Попросили остаться меня на несколько дней. Как дела у твоего отца? Не беспокойся. Он все понимает и прикроет тебя. Спасибо. Я буду ждать тебя. Позвони мне, если будут новости. Да, конечно, если я что-то узнаю, позвоню тебе. Эй, я люблю тебя. И я тебя люблю. Целую. Пятнадцать человек найдены мертвыми на Канарских островах. Трагедия на Канарских островах. Привет, тебе помочь? Да. Я ищу это. Посмотрим. Ты не поверишь, именно сейчас я разбираю работы Блейка. Правда? Да, он один из моих любимых поэтов. Смотри, мне еще нравятся его гравюры. Ты с ними знакома? Да, я изучала их на занятиях. Что ты изучаешь? Искусство. О, тогда тебе очень понравится. Смотри. Позволь, я покажу тебе мою любимую. Это. Тебе нравится? Такой огромный. Это моего дяди Антонио. Правда? Да.
Хочешь посмотреть мою спальню? Да. Привет. Какие-то новости? Нет, не беспокойся. А поместье этой общины находится далеко? Не слишком далеко, но в горах. Я бы хотел его увидеть. Мне не кажется это хорошей идеей. Я поеду один. Полиция сказала успокоиться и ждать. Я спокоен, но не могу сидеть, сложа руки. Габриэль, брат Корделия. Антонио, мой дядя. И твой начальник. Я очень сожалею из-за твоей сестры. Корделия была особенной девушкой. Ты не возражаешь, если я уйду пораньше? Можешь взять отгул. Спасибо. Я твоя должница. Ну, очередной раз. До завтра. Пока. Корделия? Корделия, пожалуйста, тебе нужно выйти. Я не могу видеть тебя такой. Как мне вытащить тебя из этой комнаты? Посмотри на меня. Посмотри на меня. Тебе нужно перестать жалеть себя. Поднимайся. Ну уже, поднимайся. Поднимайся. Так не может больше продолжаться. Ей грустно. Это навевает загадочность. Да, ей очень грустно. Привет. Привет. Будем очень рады вам. Пока. Сеансы медитации. Ты хочешь пойти? Пошли вместе. Тебе пора начать действовать по своему усмотрению. Они спрыгнули отсюда.
Я только что получил письмо из Европола. Они хотят контролировать ход расследования. Нам пришло указание держать их в курсе всех дел. Многие из пропавших иностранцы из влиятельных семей. Дипломаты, бизнесменов. В Европе боятся последствий. Блин. Закрой дверь. Что это? Здесь есть список банковских счетов на вымышленные испанские имена. Если Хейди Мэйер еще жива, она будет пытаться получить доступ к ним. Скажи Европолу, чтобы проверили их. И где ты это достала? Ривера. Есть какие-то новости о нем? Яйса, они спросят меня об этом. А ты не отвечай им. Если они действительно хотят поймать Хейди Мэйер, они знают, что нужно делать. Конечно. Нет, нет, нет. Пока мы не закроем это дело, нет. Как скажешь, шеф. Ты что-нибудь выяснил? Они не оставляют меня одного надолго. Я скопировал все, что мог. Я не ошиблась, выбрав тебя. Конечно, инспектор. Это все ваши заслуги. Еще что-нибудь? Они нервничают, говорят о каком-то последнем пути, но много мне не рассказывают. Нам нужно действовать. Дай мне время. Ты уверен? Будь осторожен, Ривера. Успокойся, Яйса. Что со мной может случиться? Я стану вегетарианцем? А что насчет девушки, про которую ты говорил? Корделия? Она очень особенная девушка, уязвимая. Не такая, как они. Не увлекайся, Ривера. Колесо спустило. Нет. Да. Запасной у тебя есть? Как это открывается? Подожди. Давай. Нет, здесь ничего нет. Вот черт. Не отвечают. И что теперь будем делать?
Какая-то проблема, ребята. У нас прокололось колесо, и запасного у нас нет. Ладно. Это не та машина, на которой здесь можно ездить. Да, но эвакуатор не отвечает. Посмотрим. Садей, привет. У вас есть эвакуатор? Вы можете приехать забрать машину? Это здесь, на скалистой гряде. Да, знаю, я уже сказал им. Хорошо, я им передам. Хорошо, пока. Они заберут ее через пару часов. Оставьте ключи, никто ее не украдет. Хорошо. Спасибо. Мы поехали в поместье. Для чего? У этих людей не все в порядке с головой. Дело в том, что его сестра была с ними. Мне жаль. Ладно, давайте я вас подвезу. Спасибо. Привет. Привет. Что ты делаешь? Матушка Хейди пригласила меня в поместье. Матушка Хейди? Эти люди сильно влияют на тебя. Елена, что такое? Я переезжаю к ним. Что? Почему бы тебе не поехать со мной? Мне нечего там делать, и тебе тоже. Знаешь, что они с тобой сделают? Что? Они докажут тебе, что ты особенная, чтобы потом свести тебя в могилу. А ты не считаешь меня особенной, да? Я такого не говорила. Это ужасно. Все эти ребята мертвы. Я сталкивался с ними пару раз на пляже, они медитировали и купались. Также пару раз они приезжали на раскопки. Я археолог и часто работаю в этой области. Мы почти на месте. Чуть дальше находится автобусная остановка. Думаю, автобусы ходят каждый час. Спасибо. И будьте осторожны, здесь плохая аура.
Это небольшие домики с общими комнатами. Это прачечная. А сейчас пойдем в главный дом. Проходи. Можешь оставить свой чемодан здесь. Это мой кабинет. Смотри. Тебе нужно подписать эти бумаги. Если захочешь позвонить, у нас есть общий телефон. Мы используем его по очереди. Если тебе потребуется что-то купить, проси, не стесняйся. Вопросы еще остались? Спасибо. Идем со мной. Это твоя комната. Это комната для меня одной? Так распорядилась матушка. Я оставлю тебя. Хейди подарила ей этот камень, когда мы познакомились. Я подожду снаружи. Элена? Что случилось? Что произошло? Ничего. Что у тебя там? Ничего, ничего. Ты ударилась головой. Давай уйдем отсюда. Это место было оцеплено не случайно. Я могу узнать, что вы делали в поместье? Послушайте, я сюда не на экскурсию приехал. Я здесь потому, что моя сестра пропала. А вы мне не звоните и ничего не говорите. Что я, по-вашему, должен делать? Сеньор Ларе, мне плевать, кем вы являетесь в Бильбао. Здесь вы просто родственник подозреваемый. И я решаю, что и когда вам говорить. Это ясно? В чем подозреваемый? У нас есть доказательства, что ваша сестра является любимицей Хейди Мейер. Ее протеже. Взгляните на это. Ваша сестра всегда справа от Хейди. Как ее тень. Также мы знаем, что Хейди Мейер жива. То есть моя сестра тоже может быть жива? Возможно. У вас есть какие-нибудь доказательства? Только косвенные. Фотографии и тот факт, что их тела не нашли. Но если это подтвердится, ваша сестра станет подозреваемой. В чем? Как минимум в убийствах. Она бы никогда такого не сделала. Это немыслимо. Вы также не представляли, что она может вступить в секту, не так ли? Позвольте мне выполнять мою работу. И держитесь подальше от этого. Дай взглянуть. Подожди. Дай обработаем немного. Осторожнее. Осторожнее, вот так. Ты думаешь, она жива?
Я думаю, что мы должны действовать, как если бы это было так. Надоели заведения однодневки? Нет подарков и жадные автоматы? Moneylandcasino.com. 20 фриспинов без вейджера всем, кто пожелает. Всего пара простых условий, и выводи деньги. Смотри. У меня есть брат. Он заботился обо мне, когда я была маленькой. Но потом он оставил тебя. Я не видела его очень давно. Некоторые связи не подчиняются пространству. Мой отец был моим учителем. Он научил меня слушать самых первых обитателей этого острова. И поручил передать это знание. К сожалению, я не смогла зачать наследника. Простите, вы знаете, где Корделия? Простите, я ищу Корделию. Простите, вы знаете, где Корделия? Почему никто не отвечает? Это частная собственность. Мне нужно увидеть Корделию. Корделии сейчас здесь нет. Я подожду. Не здесь. Это частная собственность. Я не уйду отсюда, пока не увижу ее. Корделия! Корделия! Элена! Ты должна вернуться домой. Ты должна вернуться, я прошу тебя. Но я в порядке. Нет, ты не в порядке. Да, нет. Да, здесь есть все, что мне раньше не хватало. Но у тебя нет меня. Разве ты не понимаешь, что они промыли тебе мозги? Ты этого не видишь? Я бы хотела, чтобы ты это поняла. Я тоже. Хотела бы понять, но не получается. Я должна идти. Но ты береги себя, ладно? Ты такая красивая. Уходи. Это не впервые, когда на Канарских островах происходят подобные суициды. Нечто подобное произошло много лет назад. Я владел магазином много лет. При Франко свирепствовала цензура. И некоторые вещи можно было узнать только из иностранной прессы. Тела 12 членов секты нашли в море. Некоторые были из Германии и еще кое из каких стран. Дай-ка. Черт. Что? Та же самая скала. Но почему полиция нам ничего не сказала об этом? У них в архивах должно это быть. Знаешь, сколько всего забывают в этой стране? Никто не помнит трудовые лагеря для гомосексуалов, организованные на островах, места, где многие погибли или были травмированы навсегда. Да, история может быть стерта. Она была стерта многократно.
Эйса? Да. Только что звонили из Европола, судья не будет проверять эти счета. Они под швейцарской юрисдикцией и никак не связаны с общиной. Мы дали им зацепку. Они и пальцем не пошевелят, пока не узнают источник. Я поговорю с ними. Уверена, ты никогда не была королевой дипломатии? Что? Прости. Ты прав. Мы должны поговорить с ним о Ривере. Нет. Мы не можем действовать, как будто ничего не произошло. Да. Вы пришли пожаловаться на то, как я разговаривала с вами сегодня утром? Нет, это меня совершенно не беспокоит. Пожалуйста. Меня беспокоит мысль, что моя сестра может быть убийцей. Я сказала, что она может быть замешана. В убийстве? Теперь будете учить меня, как делать мою работу? Не знаю, будет ли это как-то полезно вам. Но, видимо, эта секта намного старше, чем казалось. Где вы это достали? Послушайте, мы оба ищем одно и то же. Я знаю, но на меня больше давят, чем помогают. Так доверьтесь мне. Позвольте вам помочь. То, что я вам скажу, должно остаться между нами. Я давно слежу за этой общиной, потому что замечала то, что мне не нравилось. Поэтому решила внедрить туда агента, скрыв это от руководства и от всех. Чтобы продемонстрировать, что вы были правы. Я была права. Но все пошло не так. Раз ты все это рассказываешь, значит, веришь, что я могу тебе помочь. Этот агент нашел банковские счета, принадлежащие общине Швейцарии. Я попросила Европол проверить их, но мне сказали, что им нужны доказательства их связи с ними. Именно. А что, агент? Можно ли с ним поговорить? Боюсь, что с ним случилось что-то серьезное. Хочешь, чтобы я попробовал? Если мы отследим эти счета, то выйдем на Хэдди Мейер. И на мою сестру. И на моего агента. Это сложно, но я мог бы попробовать получить ордер. Я ничего не обещаю. Я не могу просить отца о таком. Я не прошу делать ничего нелегального, лишь использовать немного его связи в Министерстве иностранных дел. Я бы не просил, если бы это не было важно. Я поговорю с ним. Но ему это не понравится. Хотя бы попробуй, пожалуйста. Хорошо. Целую. До связи. Папа, привет. Вот дерьмо.
Счета заблокированы. Что случилось? Община была основана 50 лет назад. Человеком, представившимся вымышленным именем. Его настоящее имя? Густав. Мейер? Принеси мне всю информацию из центрального архива. Окей. Вот все, что у меня есть. Надеюсь, ты найдешь какие-либо ответы. Большое спасибо. Хотя это будет нелегко. Я даже не знаю точных вопросов. Все хорошо? Моя племянница кажется суровым человеком, но это не так. Она свободная духом. Расставание с Корделией далось ей особенно тяжело. От всего сердца желаю, чтобы ты нашел свою сестру. Я принесла чай. Смотри. Пошли. Под покровительством богини Танит Корделия зачала наследника. Что такое, Марион? Это несправедливо. Что? На ее месте должна быть я. Твое время прошло, и мы обе это знаем. Этого ребенка воспитаем мы с тобой. Пойдем. Что? Его чувствуешь? Еще слишком рано.
Мы будем родителями. Этот ребенок не ваш. Я больше не хочу видеть вас вместе. Простите. Нет, нет, нет. Поставь это туда. Проклятая аллергия. Простите, мы закрываемся через 5 минут. Мы пришли увидеться с Артемием Миралесом. Он работает здесь, не так ли? Да, вам туда. Спасибо. Это он, не так ли? Да. Артемий? Секунду, сейчас подойду. Ладно, ребята, давайте уберем это. Надо же, какой сюрприз. Как дела? Привет. Мы подумали, что вы сможете нам помочь. Не знаю, чем я смогу помочь. Похоже, что 50 лет назад на острове действовала секта. Ее члены также совершили суицид, бросившись с того же обрыва. Понятия об этом не имею. Похоже, что ритуалы одинаковые для двух сект. Возможно, в любом случае замыслы этих людей совершенно непонятны. Они смешивают языческие и христианские ритуалы. Да, но бросаться с обрыва... До свидания, до завтра. Большинство аборигенов предпочло самоубийство испанскому гнету. Вы знаете, что означает этот символ? Похоже на изображение богини Танит. Некоторые современные пиктограммы были найдены здесь, на скалах. Это символ смерти? Можно сказать и так. Нам нужно уходить, мы закрываемся. Спасибо. Идем. Здесь есть удивительные места. Доброе утро. Король, ты видела Хулиана? Нет, сегодня не видела. Пока. Увидимся. Вы видели Хулиана? Нет. Матушка. А где Хулиан? Он ушел. Он больше не один из нас. Хочешь? Спасибо. Что произошло между тобой и твоей сестрой? Она никогда мне не рассказывала. Я бросил ее. Я ушел, когда она больше всего во мне нуждалась. Нет. Было что-то еще. Ничего больше. Тогда почему ты ушел? Пока мы жили с ней, ты никогда не звонил. Это не имеет к тебе отношения. Ко мне все имеет отношение.
куда ты собралась? Не приближайся. Не приближайся. Он мертв. Мы должны были выбрать между ним и общиной. Ты тоже должна принять решение. Мы должны отправиться в последний путь. Вот оно. Густав Мейер. Густав Мейер родился в 1935 году в Гамбурге. Жена Паула Рисану, национальность испанка. Дети Андреас родился в 51 году, умер в возрасте 1 года. И Хейди. Дай посмотреть. Здесь есть список недвижимости. У них есть здание здесь, Лас-Пальмас. Нужно его найти. Вступительная анкета в общину. Нашли? Я тебе перезвоню. Это заброшенное здание на окраине. Я уже получил ордер на обыск. Отлично. Пошли. Электричества нет. Компания сказала мне, что оно еще подключено. Есть какие-нибудь данные о потреблении? Очень маленькое, но есть. Смотри. Густав Мейер. Еще теплый.
Мартинес! Полиция! К стене! Наличные, дорожные чеки, кредитные карты адептов. Что с тобой? Что случилось, Мартинес? Где он? Он был мертв, когда его выбросили в море. Его отравили цианидом. Сожалею. Мне нужно поговорить с задержанной. Невозможно. Эта женщина может знать что-либо о моей сестре. Я тебе помог? Меня зовут Габи. Я знаю, кто ты. Тогда ты знаешь, что я могу помочь тебе. Мне не нужна твоя помощь. Я также смогу усложнить твое положение. Что тебе от меня нужно? Где моя сестра? Она уже не в этом мире. Твоя сестра мертва. Поверь мне, ей несложно было спрыгнуть с того обрыва. Она желала этого больше всего. Твоя сестра давно стремилась к смерти. С того дня, когда ты оставил ее наедине с судьбой. Смотри. Тебе это знакомо? Корделия подарила его мне прямо перед смертью. Нет, я Иса, не так. Габриэль, что случилось? Thank you.
Сантана? Да. Полагаю, вы уже знаете, о чем я хочу с вами поговорить. Да. Меня отстраняют от дела. В отношении вас открыто расследование. Я знаю, что задержанную... Извинения, схованные задержанной, наименьшее из нарушений, совершенных вами за эти дни. Вы решили внедрить в секту агента, не согласовав это с начальством. Хулиан Ривера мертв. И только вы ответственны за это. Что-то еще? Это все. Мартинес займется делом. Ублюдок. Проклятый мерзавец. Ты что, с ума сошла? Как комиссар мог узнать о том, что Ривера внедрен? Об этом знали только мы с тобой. Они сыты тобой по горло. Меня попросили сообщить о твоих действиях, я не мог отказаться. Ты не мог. Но это не значит, что я тебя предал. Идиот. У этой секты есть связи с половиной Европы. Секретность была единственным способом защитить его. Какого черта уставились? Ты знаешь, что можешь оставаться здесь столько, сколько захочешь. Я не просил, чтобы меня поставили возглавлять дело. Я лишь выполнял приказы. Расследование еще не закончено. Ты его начала, и ты же должна его закончить. Позволь мне сделать это с тобой. Ты все еще можешь поймать Хайди Мейер. Не этого ли ты хотела? Мне нужно ответить. Я ничего не знаю о тебе. Ты не отвечаешь на мои звонки. Я беспокоюсь, Габриэль. Они прекратили ее поиски. Мне же. Прокуратура начинает нервничать из-за твоего отсутствия. Меня сейчас это мало волнует. Как ты можешь так говорить? Это твоя работа. Это наше будущее, любовь моя. Ты не можешь бросить все, учитывая, сколько мы работали, чтобы добиться этого. Габриэль, ответь, пожалуйста. Мне нужно, чтобы ты вернулся. Поговорим потом, ладно? Тебе нужно уезжать. Береги себя, Габриэль. Спасибо за все. Габриэль!
Что-то случилось? Нет, я был с друзьями и увидел тебя. Идешь в аэропорт. Да, у меня рейс через пару часов. Я отвезу тебя. Нет, нет. Да не волнуйся, поехали, мне по пути. Спасибо, что решил подвезти. Никаких проблем. Если хочешь воды, у меня есть еще. Спасибо. Сожалею, что ты уезжаешь, так и не найдя свою сестру. Я встречу тебя в аэропорту. Очень хочу тебя увидеть. Люблю тебя. Это дорога в аэропорт? Да, я сверну там направо, и мы окажемся на месте через 5 минут. Помоги. Еду. Габриэль. Габриэль. Артелия. Привет. Я искал тебя. А я тебя. Прости меня. Ты беременна. Развяжи меня. Развяжи меня, пожалуйста. Да, Элена Саласар. Пустите. Входите. Габриэль прислал мне это ночью. Просил о помощи, а теперь не отвечает на звонки. Мартинес? Я рада наконец-то с тобой познакомиться.
Надеюсь, ты понял, что Корделия впервые в своей жизни не страдает. И взамен вы сделали ее соучастницей этих убийств. Они сами приняли такое решение. По какому праву ты решаешь, что хорошо, а что плохо? Когда вы с сестрой остались одни, ты защищал ее. Но затем... Почему бы тебе не сказать, что так не хочешь, и нам уже не покончить с этим? Нам нужно, чтобы ты сделал один звонок и разблокировал наши счета. Я прошу, чтобы ты сделал это ради твоей сестры и ребенка, которого она ждет. Да, ладно, спасибо. Они определили звонок, сделанный Габриэлем, его жене с неизвестного номера. Он не сел на рейс, таксист видел, как он садится в темно-синий внедорожник. Его здесь нет. Охранник говорит, что у него есть катер, и он собирался уплыть на пару недель. У нее начались схватки. Спокойно. Спокойно. Все будет хорошо, успокойся. Развяжите меня, пожалуйста. Я могу помочь отнести ее. Полиция. Наконец-то, ты где? Это инспектор Ейса Сантана. Надоели заведения однодневки? Нет подарков и жадные автоматы? Moneylandcasino.com. 20 фриспинов без вейджеров всем, кто пожелает. Всего пара простых условий, и выводи деньги.
полиция. Фильм озвучен и смонтирован студией «Гринрай». Роли озвучивали Кристина Филатова, Александр Ильинский, Антон Агапов. Звукорежиссер и координатор Евгений Овчаренко. Заходи в официальное сообщество студии «Гринрай» ВКонтакте и смотри наши новинки первым –